До того, как приступить к прениям, в рамках судебного разбирательства гособвинение попросило приобщить к делу новые факты. Касались они родства между подсудимым Отгуром Аутлевым и похищенным Омаром Мирцхулава. Прокуратура установила, что бабушка Аутлева носила фамилию Мирцхулава. По мнению прокурора Даура Амичба, при таких обстоятельствах Отгур Аутлев должен был отказаться от ведения дела о похищении Омара Мирцхулава, но не сделал этого. Адвокат Аутлева Инга Габилая поинтересовалась, есть ли родственная связь между бабушкой Аутлева и непосредственно Омаром Мирцхулава. При этом защита Аутлева не была против приобщения этих материалов к делу. Родственной связи установлено не было, однако прокурор сказал, что ввиду малочисленности фамилии считает данные уместными для приобщения. Судья Инар Кварча удовлетворил ходатайство гособвинения и открыл прения сторон. В начале прения обвинительную речь зачитал прокурор Даур Амичба. Поэтапно в течение 2 часов он напомнил обо всех аспектах дела, процитировал показания свидетелей, привел иные доказательства вины, установленные следствием. В завершении обвинительной речи прокуратура попросила всех признать виновными и назначить соответствующие наказания. На основании изложенного, с учетом характеризующих данных подсудимых, прошу признать виновными и назначить наказание. Джикерба Бадри Владимировича, виновным по предъявленным ему статьям обвинения, и назначить ему наказание. По части 3 статьи 295 в виде 4 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в системе МВД сроком на 3 года. По части 1 статьи 295 в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. На основании статьи 63 окончательно по совокупности преступлений Джикерба путем полного сложения наказаний определить наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в сумме 40 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима, с лишением права занимать определенные должности в системе органов внутренних дел на 3 года. Чеди Аслана Автандиловича признать виновным по предъявленным ему обвинениям и назначить ему наказание. По части 3 статьи 295 в виде 3,5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в системе органов внутренних дел на 3 года. По части 1 295 в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей. На основании 63 статьи Уголовного кодекса окончательно по совокупности назначить Чеди путем полного сложения наказаний в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом в сумме 30 тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии общего режима с лишением права занимать определенные должности в системе органов внутренних дел на 3 года. Признать Аутлева Отгура Борисовича виновным предъявленным ему статьям и назначить ему наказание. По пунктам А, Б, В, части 3 статьи 288 в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в системе органов внутренних дел на 3 года. По части 4 статьи 105 в виде 9 лет лишения свободы на основании статьи 63 окончательно по совокупности преступлений путем частичного сложения определить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности в системе органов внутренних дел на 3 года. Признать Кулова Виталия Мурадиновича виновным предъявленным ему статьям обвинения и назначить наказание. По пунктам А, Б, В части 3 статьи 288 в виде 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в системе МВД на 3 года. По части 4 статьи 105 в виде 9 лет лишения свободы. На основании статьи 63 окончательно по совокупности преступлений Кулову окончательно назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с лишением права занимать определенные должности в системе МВД на 3 года. В соответствии со статьей 47, учитывая, что одно из преступлений, совершенное подсудимым Аутлевым Куловым, относится к категории особо тяжких, прошу лишить Аутлева специального звания майора милиции, Кулова лишить специального звания капитана милиции. Потерпевшая дочь убитого Милана Тарба отказалась от выступления, а ее представитель, адвокат Арифа Азенба, заявила о необходимости переквалификации статей подсудимых Джикерба и Чедия. По ее словам, дело нуждается в возвращении на дорасследование. В ночь с 10 по 11 июля 2019 года в здании МВД Республики Абхазия в одном из служебных кабинетов был убит Тарбан Зорваликович, который был задержан за административное правонарушение и был подвергнут Кварчальским районным судом административному аресту сроком на 15 суток. Гражданину Тарба применялись жестокое, бесчеловечное, унижающее достоинство обращение и пытки, вследствие которых он умер. На сегодняшний день в Абхазии практика применения пыток стала обычным, привычным и, более того, рутинным явлением. К сожалению, к пыткам и жестокому обращению прибегают на всех стадиях уголовного процесса, начиная с момента ареста или задержания и заканчивая отбыванием наказания в местах лишения свободы. Пытки в милиции носят систематический характер. Они широко применяются в отношении лиц, находящихся под стражей, арестованных или подозреваемых правонарушений, вне зависимости от того, обосновано ли подозрение на чем-то или нет. Насилие нужно для того, чтобы быстро получить признание, формально закончить расследование дела и добиться хороших статистических показателей. По сути представленных доказательств со стороны государственного обвинения, со стороны потерпевшей нет никаких нареканий.
и она полностью согласна с приведенными аргументами и доказательствами, ввиду чего сторона потерпевшей не считает необходимым еще раз заострять внимание суда на этих обстоятельствах и дополнительно приводить доказательства, которые государственным обвинением в полном объеме абсолютно обоснованно были приведены. Сторона потерпевшей согласна с квалификацией действия Аутлева и Кулова по пунктам А, Б, В, части 3 статьи 288, части 4 статьи 105 Уголовного кодекса Республики Абхазия и считает, что их вина доказана по предъявленным статьям и согласна с размером наказания, которое просит назначить прокуратура. Однако относительно квалификации действий подсудимых Джикерба и Чеди по части 1 статьи 295, части 3 статьи 95 Уголовного кодекса Республики Абхазия сторона потерпевшая не может согласиться, поскольку из материалов дела и судебного следствия с необходимостью следует вывод о том, что с их стороны совершено должностное преступление в виде превышения должностных полномочий по части 3 статьи 288 Уголовного кодекса Республики Абхазия. Ваша честь, сторона потерпевшая просит суд на основании вышеуказанных обстоятельств в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 237 УПК вернуть дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрению судом, поскольку квалификация действий подсудимых Джигарба и Чеди не соответствует тяжести совершенного им деяния и подлежит переквалификации на более тяжкую статью. Потерпевшая Аида Тарба, сестра убитого, воспользовалась своим правом выступить в прениях. Женщина заявила, что помимо тех, кто уже на скамье подсудимых, ответственность за преступление должны нести и их бывшие руководители. То, что человек и мой брат, и моя семья пострадали и потеряли брата, которого мне никто не вернет, я считаю, что здесь все, что нужно было за 5 месяцев, и очень жалко, что наш суд и наши МВД, когда нужно, они берут тех, кого они хотят, что здесь нету Аршба. Я считаю, в первую очередь, что они виновны, наш министр Кишмахов и все остальные лица, которые присутствуют здесь, они должны понести свое наказание. Не то, что не только перед нашей семьей, а перед своей родиной. За свою работу. Со своей клиенткой был согласен представляющий интересы Аиды Тарба адвокат Автандил Чкадуа. Он заявил, что в хронологии совершенного убийства не установлены его организаторы. Вообще удивительно, да, в здании МВД посменно дежурят и охраняют незаконно содержащих лиц, на которых не выписан ни протокол задержания, которые не являются санкционированы, а просто в здании МВД их держат. И кто руководит данной охраной? Все по поручению Джикерба и Чеди, то, что установлено материалами уголовного дела. Но как-то следователь не обратил на это внимания или посчитал ненужным, или умышленно не обратил на это внимания. А кто им давал указания? Вот это умалчивает следствие. Почему? Потому что она некачественно провела предварительное следствие. Потому что именно под руководство, высшего руководства МВД во главе Аршба и его заместителя, их поручения выполняли все лица, которые сидят на скамье подсудимых. То есть я не хочу политизировать данное преступление, но, увы, к великому сожалению, приходится и высказывать и такое мнение. Так вопрос. После того было установлено, и все парламентарии держали данное дело на контроле, и ни один высший орган государственной власти, то есть парламент, не поинтересовался после того, как было установлено, что убийство было налицо. Но однако же, министр продолжал работать. Кишмахов продолжал работать. И вот к этому как отнестись, мне до сих пор непонятно. Как русская поговорка, рыба где-то с головы. И, коли есть преступление, есть организатор, есть исполнитель, есть пособник, есть подстрекатель. Так давайте, предварительное следствие установило, кто организатор данного убийства. Вообще данных противоправных действий, не будем называть убийство или причинение в последующем, во что это вылилось, установлен организатор, кто непосредственный исполнитель, и то говорится так, как они стояли рядом.
Защитник Адгура Аутлева, адвокат Виктория Джинджоля, заявила о необъективности предварительного следствия и несостоятельности доказательств обвинения. Джинджоля попросила оправдать Аутлева ввиду его непричастности и невиновности. Роль каждого фигуранта данного уголовного дела, который, согласно предъявленному обвинению, действовали совместно группой лиц по предварительному сговору, она размыта. Доказательства того, что телесные повреждения на теле Тарба были причинены именно моим подзащитным Аутлевым, не было установлено ни органом предварительного расследования, ни в ходе судебного заседания и не могло быть установлено. Какие действия моего подзащитного привели к последствиям в виде наступления смерти задержанного, если с задержанным Тарба никакого контакта у него не было? И из материалов уголовного дела следует, что подсудимый Аутлев не был допущен вообще к уголовному делу по похищению Мирцхулава. Невозможно предположить, что отец двоих детей, майор милиции, начальник одного из отделов УР, отдавший службе органов внутренних дел почти 12 лет своей жизни, мог совершить убийство человека в стенах МВД. При этом, по версии следствия, он это сделал не один и в целях мести за похищенного однофамильца своей бабушки. Еще раз хочу подчеркнуть, что данным поступком обвинение показывает свою безысходность из-за отсутствия доказательств вины Аутлева по данному уголовному делу и излагает свои выводы об обстоятельствах и мотивах совершения преступления, словно произошедшее в здании МВД было зафиксировано на камеру и имело целый ряд очевидцев. При таких обстоятельствах единственным возможным выводом суда по данному уголовному делу является оправдательный приговор в отношении моего подзащитного Аутлева. Согласно части 3 статьи 14 Уголовно-процессуального кодекса, всякое сомнение в доказательстве вины обвиняемого толкуется в его пользу. Прошу суд вынести оправдательный приговор в отношении Аутлева ввиду его непричастности к совершению преступления. Похожую линию заняла сторона защиты подсудимого Виталия Кулова. Напомню, именно Аутлев и Кулов обвиняются в превышении своих полномочий, повлекшем смерть Тарба. Преступление считается особо тяжким. Адвокат Кулова Марина Таня заявила о несостоятельности предъявленного обвинения и отсутствии фактических доказательств причастности Виталия Кулова. Суду сторона обвинения не представила показания ни свидетелей, ни потерпевших, нет заключения судебной экспертизы, никаких иных вещественных доказательств, в соответствии с которым можно было бы сделать однозначный вывод о том, что мой подзащитный Кулов Виталий применил физическое насилие в отношении Тарба Анзора, которые повлекли его смерть. Государственное обвинение неустанно зачитывает нам нормы закона, в соответствии с которым сотрудник милиции должен действовать. И без этих нормативных актов виновности подсудимых была бы очевидна, если бы сторона обвинения смогла бы выявить лицо, совершившее избиение Тарба. Возникает резонный вопрос, по какому принципу вы, уважаемый гособвинение, вы проводили отбор должностных лиц, которые можно было обвинить по делу? Если по принципу должностных иерархий и лиц, находящихся в здании МВД, то из каких соображений, вопрос интересный, выпали Аршба и Кишмахов? Или в этой части следствия не доверяют Аутлеву и Кулову? Там доверяю, здесь не доверяю, уважаемый суд. Все мы заинтересованы, чтобы за это зверское преступление понесли ответственность именно те лица, которые совершили данное преступление, либо по вине которых такое стало возможным. Играться с ситуацией никому не позволено. Кому-то халатность, а кому-то вина в смерти, а кому-то вообще ничего. Так не получается, потому что так не бывает. Потерпевшие тоже требуют справедливости. И общество хочет видеть виновных лиц, а не лишь бы кого-то как-то наказать. В связи с изложенным суд прошу моего подзащитного Кулова оправдать по обоим статьям предъявленному ему обвинению ввиду отсутствия в его действиях состава преступления и вернуть дело в Генеральную прокуратуру Республики Абхазия, чтобы они провели тщательное расследование, как того требует закон, а не на основании предположений и домыслов, и то по выбору лиц и привлекали к уголовной ответственности именно тех, на чьей совести находится это преступление. Сам Виталий Кулов воспользовался своим правом обратиться к суду. Подсудимый заявил, что виновным себя не считает. При этом отметил, что виновные действительно должны понести наказание. То, что истязание пытками и самое главное, что убийство на мне, это моего там нет. И сегодня, как адвокат говорил,
Я не так воспитан, чтобы мной командовали и давали команды истязать, пытать и убивать. Ни мой начальник, ни министр, ни замминистр. Это не те случаи. Если бы у меня, если бы я был бы виноват в этом, действительно, в убийстве, в пытках, вот, то, что я видел, находясь на Российской Федерации, то есть, да, на той стороне, видел в соцсетях эти фотографии, меня бы сегодня здесь не было. Я не стоял бы перед вами. И действительно, если это дело передастся обратно в прокуратуру и будет расследовать, тогда пусть каждый получает, и те, которые действительно виновны, будут стоять здесь. Если есть моя вина, я буду нести за это ответственность. Речь защитника подсудимых Бадри Джикербая, Аслана Чеди и Нино Курсая касалась также некачественного предварительного следствия и множества упущенных им фактов, которым сейчас уже трудно вернуться в силу утраченного времени. Возникает вопрос, а как быть с тем, что на первоначальном этапе были утеряны следы преступления, которые бы нам сегодня дали возможность без тени сомнения увидеть на скамье подсудимых лиц, действительно совершивших это чудовищное преступление, а не строить обвинения на предположениях и домыслах, и лишь только потому, что в момент совершения преступления подсудимые Джикерба Бадри и Чеди Аслан находились в здании МВД. Если бы эти обязательные неотложные следственные действия были выполнены своевременно и качественно, сегодня бы не стоял вопрос, кто совершил данное преступление, и следствием не строилось бы обвинение на предположениях и домыслах. Таким образом, Генеральная прокуратура, направляя такое дело в суд, руководствовалась запросом общества на обязательное раскрытие этого чудовищного преступления, но никак не доказательствами и установлением лиц, реально совершивших данное преступление. Путь, который избрало обвинение, является неверным. Ответственность могут и должны нести лица, совершившие данное преступление. В связи с изложенным прошу суд Джикерба Бадри Владимировича и Чеди Аслана Автандиловича обвиняют в совершении преступления, предусмотренных частью 1 статьи 295 и частью 3 статьи 295 Уголовного кодекса Республики Абхазия оправдать за отсутствием в их действиях состава преступления. Трое подсудимых, Аутлев, Джикерба и Чеди, от выступления на прениях отказались, сказав лишь, что полагаются на справедливое решение суда. Правом на реплику воспользовалась гособвинитель Эльвия Хазириши. Она ответила на критику в адрес следствия и не только. Если следовать версии защиты, то в здании Министерства внутренних дел в режимном объекте, куда никто не может зайти, даже я как прокурор, когда туда хочу зайти, я беру пропуск внизу, то сюда вообще никто не может зайти, кроме сотрудников МВД. И в этом здании зверски был убит человек в стенах уголовного розыска. Рядом за стенкой сидели начальник уголовного розыска, его зам, но никто не виноват. За день до этого зверски был избит Попава, который чудом остался жив, и за это тоже никто не несет уголовную ответственность. Уважаемый суд, участники процесса, я считаю, что действия подсудимых правильно квалифицированы органом расследования, и я больше не буду вас задерживать, как бы у меня все. Судебные прения длились 6 часов. Всего заседаний суда по делу об убийстве Анзора Тарба было более 20. За это время допросили десятки свидетелей и изучили сотни страниц материалов уголовного дела. Судья Инар Кварча датой оглашения приговора назначил 10 ноября. Элеонора Гилаян, Раму Камкия, Абазатовая.